хотите посмотреть? Вот, вы просто одеваете, я прямо каждого пройду. Смотрите, вот у коллег в школе здесь есть очки Pico 4. Я сейчас прям проверю каждому, помогу их надеть. Видно вам? Примерить очки виртуальной реальности и не только, а еще попробовать разобраться в этой непростой IT-сфере. Для родителей и их детей на базе школы «Лидер» организовали мастер-класс от преподавателей ведущих технических вузов страны. Владимир Пономарев, заведующий лабораторией 3D-моделирования при МГУ ТУ, щедро делится опытом. Он ведет курсы по виртуальной реальности. Буквально за полтора часа школьника средних, там, старших классов можно научить собрать первый виртуальный тур. Вот то, что мы видели с вами здесь на примерах уже. То есть технологии за последние 2 года в этом плане очень далеко уже шагнули вперед. И здесь на базе этого IT-куба это уже можно реализовать. Узнать, какие технологии будут наиболее востребованы в ближайшие 10 лет и какие профессии наиболее актуальны в IT-сфере, родители и дети вместе с преподавателями стараются заглянуть в будущее. По сути, нам нужно не только чисто IT, нам нужно IT плюс, например, маркетинг, IT плюс технологии, беспилотные системы. То есть IT – это дополнительный такой вот кусочек конструктора, который мы можем приложить практически к любой профессии, сделать ее просто более эффективной. Эксперты рассказывают, какие навыки нужно развить у школьников для обучения профессиям будущего. По мнению приглашенных гостей, в ближайшее время произойдет своего рода перенос экономических сфер в виртуальный мир. Так, например, у нас уже есть интернет-магазины. И главным фактором успешного специалиста будет умение сочетать традиционную и цифровую экономику. Мы обсуждали роль школы и центров дополнительного образования, включая, да, центры IT-куб, Кванториум, точка роста, в развитии вот этих цифровых навыков, становлении детей лидерами будущего. Школа, развивая, да, новых и наших лидеров, несомненно, должна заниматься развитием их интереса к IT-сфере, их интереса к инженерному делу. И для этого в школе «Лидер» есть все, подтверждают приглашенные ученые. Недавно открытое здесь пространство дополнительного образования IT-куб позволит получать детям навыки программирования сразу на нескольких языках, научиться азам робототехники и умению создавать виртуальную реальность. Стоит отметить, что IT-куб является муниципальным проектом, и записаться на занятия могут ученики со всего городского округа. Сервер Бикмабетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.